здесь у нас проходят занятия. Прям в центре города. Я вчера гуляла там внизу, а сегодня прям напротив занятий проводятся. Так красиво сверху посмотреть. Очень красиво. Классно. В самом центре города у меня занятия. Люди гуляют. Вчера я там внизу гуляла, а сегодня вот занимаюсь. За то, что я занимаюсь, мне еще и заплатят. А завтра с утра на работу. Ой, сколько народу, блин. Все тусуются. Просто тусуются. Прикольно. Не думала, что мне придется. А это, кстати, где я сейчас нахожусь, это гостиница. Причем самая крутая в городе гостиница. Вот здесь наша фирма арендует. Ну, для обучения сотрудников. Сегодня от нашей фирмы двое были. Я еще одна девчонка. Так что вот такие дела. Пока-пока.